Удивлю в плане того, что скажу, что в детстве я хотела стать певицей. Вот, продолжаю пытаться исследовать намеченному пути. Поэтому, то есть, не припомню никогда, чтобы я хотела стать космонавтом там, или кем-то еще. Что еще? Продолжаю дойти по этому пути. Плюс вот сейчас у меня новое ответвление, которое возникло. Я стала преподавателем, да, стала старшим преподавателем в Московском гуманитарном университете, преподаю режиссуру. Вот и пригодился мой диплом, называется. Спасибо папе и маме, что заставили таки меня закончить университет. И сейчас мне это доставляет радость. И да, радость наконец-то доставляет.